Здравствуйте. Меня зовут Рубцова Анастасия, город Киев. А ты боса? Да. Это такая будет история, или просто туфли сломалась? Нет. Просто чтобы чувствовать лучше. Сцену? Все. Ух ты. Тобто у тебе ноги музичні ерогенні зони? Возможно. Возможно. Окей. Що співаєш? Vai con Dios, nei na na na. Давай співай. Такая двойственная ситуация. Поете вы хорошо, но голос, не знаю. Ну, не знаю. Внешне вы красивы, вы смотритесь на сцене, но то, как вы подаете песню, ничего, в принципе, особенного нет. Да куда сказать, еще эмоциональнее-то, Сереж? Не знаю, я не под большим впечатлением. Я склоняюсь, да нет, нет, да нет, нет, да нет. Не знаю. Давай ти заспіваєш другу пісню, ми зрозуміємо, а чи розумієш ти, про що ти співаєш, коли танцюєш і так весело виглядаєш на сцені? Настя, а я добавлю кое-что, щоб лучше співалась. Вторая пісня. У мене сразу да. Пой вторую пісню. А от мене сразу ні. Почему? А я принципиально. Будь ласка, заспівай другу пісню. Так, небеса, не с нами ненадолго. Почему счастье нить была такой тонкой? Далеко, далеко, со мной чужое утро. Почему нелегко, как будто нет меня? Срываю
Те, що Дубцова побачила з першої пісні, мені треба було ще одну, але тепер згодно з Ірою. Тобі треба казати так, однозначно. Умниця. Так, Серега, зрозуміло, сусіда. Я долго думал, да, нет, крутил рулетку. Наверное, все-таки, когда есть такие сомнения, лучше сказать нет. Я говорю нет. Если сейчас Серега изменит свое решение, я его опять поцелую, как в прошлый раз. Серега не изменит решение, я знаю. Я не буду менять свое решение. Я принципиальный судья, я не буду менять свое решение. Я сразу хотел сказать «да», просто я пошутил, сказал «нет». А я скажу «да». Честно. Поделай. Молодец. Молодец.